Талдыкургане продолжается плановая подготовка к отопительному сезону. В этом году подлежат замене свыше 5 километров тепловых сетей, что позволит обеспечить жителей областного центра более стабильной и эффективной теплоэнергией. На данный момент уже заменено около 4 километров теплосетей, что составляет 72% от запланированного объема работ. На какой стадии находится подготовка к отопительному сезону и какие меры предпринимаются для обеспечения комфортными условиями жителей Талдыкургана? В материале моих коллег. Руководствуясь поговоркой «Готовь сани летом», специалисты коммунального предприятия «Талдыкурган Теплосервис» приступили к мероприятиям по модернизации тепловых сетей, цель которых – подготовиться к предстоящей зиме, а также избежать аварийных ситуаций при подаче тепла в дома жителей областного центра. На данном этапе работы ведутся на улице Жансугурова. Задействованы 10 рабочих и 5 единиц техники. Сотрудники предприятия «Талдыкурган Теплосервис» планируют модернизировать порядка 200 метров трубопровода. Городские власти уверены, что благодаря своевременному проведению ремонтных работ зима в Талдыкургане пройдет без ЧС. Если вы видели, мы вот работали тот раз по Алдабергенова, по улице Сапатаева, по Кабрисажирал. Эти мы работы вели, то есть разгрузить котельную баскуат. Разгрузить котельную баскуат и отдать часть нагрузки третьей котельной возле спорткомплекса Уркен. Оттуда мы диаметр увеличили, то есть мы разгружаем баскуат, то есть передали на третью котельную. Вот такие работы мы ведется. То есть капитальный ремонт тепловых сетей в связи с изношенностью сетей, а также реконструкция, то есть с целях разгрузки котельной баскуат. В настоящее время в областном центре функционируют 10 котельных. Самая крупная из них – Баскуат. Она обеспечивает теплом 75% жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. По словам специалистов, в ближайшее время на главной котельной планируется провести капитальный ремонт двух котлов. В преддверии отопительного сезона акционерные общества «Талдыкурган Теплосервис», «ЖТСУ Водоканал» и АО «Татек» приступили к реализации инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и текущий ремонт инженерных сетей города. Также ведется работа по обеспечению населения твердым топливом, то есть углем. В городе Талдыкурган сейчас 12 угольных тупиков. Средняя цена реализации угля — это 18 000–21 000. Это марки угля Шубаркуль, Каража. В настоящее время в складах имеется 6 000 тонн запасов угля. Жители города Талдыкургана просим заранее запастись углем, так как в осенний период в основном большой объем вагонов уходит в энергоснабжающие организации. По словам ответственных лиц, все работы по ремонту тепловых сетей в Талдыкургане будут полностью завершены до 15 сентября. А значит, для жителей города нет повода для волнений. Ведь специалисты гарантируют, что отопительный сезон начнется по графику и без сбоев. Айгерим Копаева, Жинас Абдрешев, телерадиокомпания ЖТСУ, Талдыкурган.